Меховая фабрика «Белка» Кировской области. Ее изделия пользуются большим спросом у покупателей. И чтобы удовлетворить его, здесь постоянно растет выпуск продукции, расширяются производственные площади. Недавно вошел в строй цех по особой выделке овчины. Обыкновенная овчина после специальной обработки по виду не уступает многим ценным мехам. Мягкое золото. Посмотрите, как выглядит изделие из такого меха. На Всемирной выставке в Брюсселе изделия фабрики отмечены двумя золотыми медалями и дипломами первой степени.